два заседания комиссии. Одно заседание организационное, на котором мы утвердили план работы комиссии. Вот, а второе заседание провели выездное на базе ОМОНа. Значит, здесь очень активно проявил Владимир Кузьмич Титов. К сожалению, его сегодня нет, он в отпуске. Вот, поэтому он рассказал, в общем, поездка это очень нам всем понравилась, кто принимал участие. Значит, нам рассказали о жизни и бытии, значит, действующих сотрудников ОМОНа. Также он рассказал нам о ветеранской организации. Кстати, он является председателем Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.